Первый, как говорится, первый, блин, комом, ну. Нахуй я взял медведя, блядь? Может быть, он будет показывать вам другие артефакты, более хорошие. А мне обязательно облучаться? Или я могу достать отсюда его? Подарить, а, блядь? Подарить, нахуй, сейчас, блядь. Подарил, блядь. Так, торговля, хлеб. Где он, блядь? Где батон? Вот он, на, 1350. Ни за что. Дашь посмотреть хотя бы, что он там делал? Может, я какой-то пиздатый артефакт тебе продал? Наверное, ты уже не покажешь, естественно, блядь. Душа-то черная у тебя. Ох, вот, вот какая путинка. Акватапс. Радиация меня, по-моему, не сильно ебошит. 360. Оживем, блядь. Сильно ебошит? Да, да, конкретненько, блядь. Не то чтобы сильно, но конкретненько. Есть у меня что там употребить? Пси-защита, пыль. Вода. Там водичка, говорят, снимала. 31 секунда по 8 секунд. Все, блядь. Забудьте про радиацию. Ее нет. Полетели вниз. Ладно, теперь... Охотник на артефактов Максим деактивирован. Наемный убийца Максон здесь. Заходим сюда, ебашим эту паскуду. Блять, ПМ так хорошо мне служит, пиздец. Если бы его не было, я и не знаю, что было бы. Я, с таким ПМ, кроме шуток, можно на всю игру пройти. Уж больно он хорош. На хоздвор еще надо будет сейчас зайти посмотреть, что там. Кого там поесть бы что-нибудь. Хлебушка. Джахом пока. Ну, можно есть на ходу. Говорила мне мама, блядь, не ешь на ходу, сынок, заварь кишок будешь. Ну, как будто мне это было. О, а на насыпи кто живет? Кто на насыпи живет? Делать ставки. Военные, бандиты. Или, может быть, кто-то еще. Третий вариант. Я ставлю на военных. Ебать. Ебать! Что нахуй? Это я удачно, блядь, зашел. Так, у нас военные, бандиты или другой вариант? Охуеть. Пиздец. Там сидит ебаный урод. Кто ставил на ебаный урод, поздравляю. Да хоть гляну, блядь, на тебя. Да, вижу. Ну, это явно по мне. Блядь, придется идти. Нахуй, как бы. А там сильно, блядь, фонит, если я к нему подкрадусь, как думаете? Ебейший снайпер там сидит. Сейчас ваншот, нахуй, блядь, словлю. Так, надо, вот тут надо немножко отдохнуть. Таблетки кофеина, бля, помогите. Ну, блядь, что, друзья мои. Слух на кордоне! Что, нахуй? Что, блядь? Кого, нахуй? Что это здесь, блядь, такое было? Как эта тварь сюда забрелась, блядь? Тварь, блядь, ты как сюда забрелась, нахуй? Раз. Ой, бля, ой, ой. Ой, блядь. Он еще и меняет направление, блядь. Он еще и меняет направление полета в полете, блядь. Видимо. О! Старый добрый сталкер. Так, окейшки, загрузить последний сейв, блядь. И что интересно этой хуйни делать? Надеюсь, чудесный ПМ поможет мне. Если не заклинит калаш, я все попаду, проблем не будет. Вопрос лишь в том, чтобы калаш не за... Не проеза, вот. Даже некоторые из них подойдут искателям артефактов, барахольщикам, другие охотникам для более эффективной разделки туш. Мне бы вот, чем больше веса носит, тем лучше. Может быть, есть разные типы и виды рюкзаков для людей, но я человек простой. В него помещается 60 килограмм. Отлично. Этот мне подойдет. В этот 30, этот мне подойдет. Так, тише, ебать, все, погнали.
Есть плюшка, есть плюшка, есть плюшка, есть плюшка, есть плюшка, есть плюшка, блядь! Ну как, контакт установили, конечно. Калаш ни разу не заклинил, блядь. Спасибо тебе большое. Так, теперь еще и хилку такую вмажем. А что, снорк один ходил? Убийца, блядь, новичков это был, видимо, знаменитейший, который здесь на кордоне живет. Один. Это можно мне уже нож-то достать? Вот он. Что там у тебя, блядь? Рука-нога. Сюда все. Охуеть. Так, что у нас есть еще пострелять? Чик-чик, один патрон. А есть что-то еще или один остался? Не, нахуя мне? О, кстати. Вот. Вот. Так, блядь, калашик, давай, нужно еще поработать немножко. Я вижу, вижу тебя. Так, и вот теперь очень важный момент нашей вашей карьеры. Есть. Снизу никого. Только там мразь с той стороны. Мертвая мразь. Я не знаю, один он здесь или нет, но я все-таки рассчитываю на то, что один. Блядь, здесь раньше фанило пиздец. А он тут сидит. Монолит? Дождь еще льет. Блядь, я тут же не... Вот, сука, поставь... А, блядь. Вопрос снят. Слышь, хуйло, ты вообще... Это военный, снайпер военный. Ебать, у него лута тут достаточно. СВДшку сюда, сфера, нормально. Убитая, конечно, ну да ладно. Две военные нашивки. Ладно, это вся хуйня. Деньги, кстати, были. И вроде даже не... Это что такое я взял? Гильза, бывает, что... А, это просто кидать одну гильзу. Это что за набор? Грубая работа, неплохо. Это что за лист? Операции. Вообще, одна часть разрешения указывает, что должен быть увлечен побочных с целью добыть данные. Интересно, тогда добудем. Так, гильзочка. Но всего одна. Разряжаем снайперскую винтовку. Она все равно без оптики. Разряжаем это. О, кстати, это в неплохом состоянии. 30% модифицированная СВДшечка. Может быть, мы способны ее отремонтировать. Это я вот что. 30% это очень неплохая СВДшка, я вам так скажу. Гильза всего одна. И она даже с патронами идет. Масло там 90 нужно. Калаш отлично послужил. Как надо. Это ничего не употребляется. Видимо, нужно использовать ту штуку. Ладно, похуй, работаем. Теперь мы можем спокойно перемещаться по насыпи, потому что этого ублюдка мы сняли. Это что? Это ничего. Так, хоздвор. А я говорил, там будут военные, кажется, да? Да, и тут оказались военные. Ну так что все, кто ставили на военных, вы победили. Также победили те, кто ставил на ебейшего снайпера, который сидел наверху. Но этот снайпер оказался военным, так что... А если вы знали и сказали, что там военный, то как бы тушку в киш вам, ребята. Вы знали. Прицел точка, прикольно. Не перекрестие. Люблю в точку стрелять. Даже очень. Ферма. Бля, ферма, походу, необитаема. Нет, тут должен кто-то быть обязательно. Тут же должен быть механик. Да, тут есть люди, все нормально. Тут еще и продавец есть. Здрасте. Я попробую воспользоваться вашими вещами сейчас. Здрасте, здрасте. Ух, какая у вас штучка тут лежит, интересно. Привет. Ебать, у вас тут запак. Бошечки, кошечки. 37 карабинер. Мосенька. Ну, вы прям как Сидорович, только поинтересней. Так. То есть, вот это можете забирать. Это я вообще не знаю, надо разрядить, наверное, и выкинуть нахуй. Так. Разрядить, выбросить. Постакать бы потрошки, конечно, не помешало. Но они вроде и так застаканы.
Выбросить. Торговля. Чем мне не нужно тут совсем? Наших кренегатов нет, это все можно ставить. Вот эту штуку забирай. Это важная штука, она стоит хорошо. 117 рублей. Ремонт снаряжения. Да, некуда. Горба гармошка. Забери это орудие сатаны у меня из рук. Вот это. О, но снорка куски. Тоже для тебя. Долго копил. Надеюсь, ты заценил. О, карабинер, кстати. 34 тысячи за кар, за коряк, а за мосинку сколько? 33, ну, одно на другое примерно то и получается. Ассортимент, в принципе, как у Сидора. Так, друг. Решил улучшить что? Не, хочу посмотреть, что там по наборам. Без для винтовок набор. 65 50. Шлемы 20. Пистолеты, неинтересно. Не то все. Ой, не то. Это как прям один в один тот чел. Ладно, давай я просто посмотрю. Ты не против? Давай-ка. Работа, он скажет, нанеси мне грубую работу. Инструмент. У меня самого такие нужны. Я-то ими воспользуюсь. Да. 1000 рублей сделаю перерыв на 5 минут. Я так гляну по Шурику, ладно. Ебать, что-то случилось плохое. Так, отремонтировать мы не можем. Чистящий комплект для крупнокалиберных винтовок нужен. Понял. По модификациям что? Опять же, разные штуки тут нужны. А, я все, я понял, какие наборы тут нужны. Вот, например, мы можем поставить что-нибудь такое, но... Требует предыдущей установки, то есть калибровка, если вдруг нам захочется. По крафту... Мы можем крафтить патроны! Воу, май, что нужно. Чтобы тут нам нужны... С остальной части боеприпасов 3 штуки. Это типа крутые патроны? Да, это крутые. А чтобы обычные крафтить? Старые нужны. И ты получаешь из 28 старых, блять, 14 обычных. Пиздец, нахуй, что за хуйня. Да, все, чтобы крафтить обычные, тебе нужно старые по-любому. Да, берешь старые 48, получаешь 16 обычных. Слушай, ну это так себе, блядь, как мне кажется. Лучше уж старыми пострелять. Хотя, наверное, новые нормально ебут, если попадать ими, да? Блядь, какая страшная хуйня. Загрузимся и пойдем дальше. Жалко, я не могу... Жалко, Сидор меня не может на карту перекинуть просто там. Чтобы я не возвращался на кордон, я пошел сразу дальше. Разрешение, блядь. О, еда. Ну вот, собственно, с обедом решили. Оооо! На-на-на-на-на-на-на-на. Эй-эй-эй. Нихуя. Тюрьма пустует. Ладно, очень у вас тут классно. Зато узнал, что пушки продаются. И, кстати, неплохие, блядь, пушки. О, были патроны, 7.62. Ой, это, о, пистолет, который я сам выкинул. Охуенно. Что за патроны-то, кстати? 7.62 там были какие-то. Ладно, наверное, здоровские. Так, брат, дай еще раз гляну. Хозяйским таким взглядом. СВД продает, почем? 62 тысячи, нормально, дорого. Прицелы-то есть какие-нибудь? Патроны СВД тоже в общем доступе есть. А вот с прицелами, я смотрю, не очень приятно. Тут все, наверное, к долгашам надо идти. Бля, хоть мне надо было платить долгашам, а? Ну, легенда, ну вернулся, что вы серьезно думаете, что он сейчас обновляющийся, как будто у него своих дел не хватает. Наемники. На Андрея Лунина, кличка Стрельба на ход, либо информация о сложении, вот цена оплачивается. Ебать, все. Где Лунев? Или Лунев? Да похуй там, кто он. Дайте мне, блядь, эти коробки. Я залез сюда, это уже подвиг. Дайте мне награду. Угу. А там одна сплошная наворотник. Такая штука. Таблетки мне, пожалуйста, кофеина. Я не хочу ходить. Нахуй я это купил, блядь? Зачем? Ради чего я купил эту хуйню? Мне кажется, она не работает, блядь. Давай посмотрим, теряет ли она заряд. 99%. Давай походим с ней немного, посмотрим, что по заряду. Так, 98 уже есть. Да, она работает, ебать. Она вполне себе работает.
Дождик. Плотики, блядь, спали, встали, потому что меня увидели. Ну, я надеюсь, плотики, да. Плотики все правильно поняли. У меня вот слот для артефактов свободный. Ищи, собственно, так, который нужно показать желез. Что ж вы, блядь, себя-то не бережете, нахуй. Нахуй я это сделал? Минус гильза, блядь. Хорошая была гильза. А можно ли целый набор таких гильз взять? Надо будет посмотреть, не забыть. Я что-то грешным делом думал, что здесь что-то есть. Я был неправ. Аномалия Костянка. Вот и она. Так. Так, хлопцы, я нихуя тут не вижу, поэтому я просто, блядь, пойду из Костянки, да? Я человек простой, блядь, говорю, понял, принял. Бля, меня парит, что он, слоты нужно вот так менять. Нет, хоткей их на одно и на другое. Приходится менять слоты и смотреть дозиметр. Но, в принципе, детектор артефактов мне не всегда нужен, так что... О, напильник, это же заебись. Теперь мне нужно его покупать, а хоть и на одно использование. Но теперь при наборе и должном использовании я могу получить как минимум 35-40% в пушку. А это очень хорошо. Потому что после этого можно уже подручными средствами все сделать. Ну что, сучка, блядь. Говорит, иллюминатор Максим. Захожу на цель. Ебать, нихуя, он знал. Теперь понятно, почему Сидор хочет его убить. Он ясновидец. Этот все, блядь. В принципе, работа уже выполнена. Ага. Класс, живем. Что такое, парни? ППШ? Это сколько тут? Мало. Ну, деньги, ладно. Так, нашивка есть. Граната! Ебать, класс! Все, ништяк, это РГДХ у меня. О, это просто супер, блядь. Просто супер. Я только подумал о том, что неплохо было бы заиметь такую себе. Так, ну ППШ залитая в кал, это уже не новость. Опача, это что такое? Какие-то нехуевшего калибра патроны. Также 7,62 и керосин. Ну, керосин можно и впарить. Ко всем хуям, как говорится. Опа, фонарь. Чел с дробовиком. И с деньгами. О, часы за 500 рублей. Хорошо живешь, друг. Болт. И нашивка бандита. В принципе, то, зачем ходил, то и получил. Дробь разряжаем, выбрасываем. Тут можно обойти все. Электро здесь? Прости, что? Ты про это, что ли, хуйня? Сейчас мой прекрасный медведь найдет мне артефакт. Или нихуя он не найдет, еще есть такая опция. Блять, зря. Я же знал, блять, что здесь лучше не ходить. Время 17 часов. Я успею до бара допиздярить или нет? Или уже лечь спать? Ладно, сяду у Сидора, посплю. Что за патрон? К чему он вообще? Это 7,62? Нет, 5,45 испорченные. Видимо, эти патроны нихуя вот сливают мне пушку, да? 14% калаша, я за него еще держусь. Зачем? Нахуй его. Ты мне очень хорошо послужил, друг. Не подумай, что я тебя... Я не виню тебя, блядь, солнышко. Я не... Это вообще на дробовик какие-то патроны. И это тоже. Вот это какие-то вообще непонятные патроны. А, маузер. Угу. Вот, вот эти. 12 на 7 на 55.
Это звуковая скорость, блин. Опа. Радиация тут под шко... Да не то. Он просто как будто не работает. 235. Водичка имеется. Хотя ладно, потерпим. Спальный мешок надо брать прямо сейчас после работы, потому что где-то нужно спать. Или если получается, можем поспать. А тут есть спальное место. И там, видимо, есть спальное место. Там еще есть торговец. А, важный персонаж, скорее всего, либо волк, либо фанат. Кстати, на фаната может оботрачить, я вот думаю. Пока такая возможность имеется. Пизда собачка. Таблетки, пожалуйста. Пить охота. Бля, у меня самогошка тут. Чуть не выхлебал, блядь. Чуть не напился. Воды надо взять. Полимеры. Оружейные инструменты, это чисто делать боеприпасы винтовок. Неплохо. От этой штуки избавляться прям никак нельзя. Увидел вояку, кто-то из чистого неба. Бывает. 6 бандитов. Еще столько же, и Добби может быть свободен. Бля, 12 штук, чел. Сказал бы 6, там, не знаю. Потом же еще сюда возвращаться. Это просто какой-то кошмар. Я уже едва прусь. Едва прусь, но несу. Жарко. Где? А, наверное, вот это жарко. Еще, кстати, есть вариант пойти по тому туннелю пошариться. Может, там тоже арт какой-то будет. Но не с таким запаком. Я не очень хочу рисковать. Хотя запака-то, по сути, и нет никакого. Воды надо купить. Еда у меня есть. Блин, вот для прочтения случайной разборки снаряжения я... Кто случайно? Я никогда случайно не разобрал. О, можно разобрать радио. Коробка транзисторов, коробка резисторов, крепежные детали. Неплохо! Это прям даже очень хорошо. Слушай, тут богатая такая основа. Бля, она реально богатая. АТП. Как думаете, на АТП есть Тусилова сейчас или нет? Я там вроде убил пацанов. Ныряем. Чтобы не облучить. Трех мы включаем, бля, такого. На эти монохромные крестности Хупитера, южнее на там или бетонная ванна. В смысле? Как я вообще, блядь, добивает до туда? Там же еще, наверное, выжигатель работает. Скоро уже сон будет клонить. Я вот думаю, где лечь спать, здесь или все-таки попереться на свалку. Давай на свалке заночуем. Сейчас поем, попью, разгружусь. И пойдем. А ну-ка, как там она? Бля, очень удобная. Солдат убил кот на кордоне западнее старой фермы. То есть здесь солдат. У них там вояки ходят, прикинь. Что такое? 207. Блин, довольно много. Давай закурим. Здорово, брат. Тяжелый день. Слушаю тебя. Я не. Даже не думал. Я вот охотим исследовать тех, кто излочил на себя. Не казаки с мясом, трофеями. Просто под завязку. Так, еще не ска... так ведь еще сказали, зверя там гораздо больше бегало. Во дела, и братцы. Никто не хочет сгонять на неделю куда-то пострелять зверюшек. Блять, чел. Такое аппетитное сообщение на самом деле. Ты даже не представляешь. Чем могу? Дневной гуманоид. Ладно, сделаем. Это совсем рядом. Сейчас сбегаем. Тогда заночуем уже тут. Сейчас работу поработаем еще. Дорогоньки было. Да потихоньку, друг. Я выполнил работу. 7000, класс. Работа. Что интересует?
Интересуют патроны, которыми я больше стрелять не собираюсь, поэтому я тебе их дарю. Бля, классная песня, очень классная, правда, очень хорошая. Братан, ты не врубаешься? Братан, мне нужен давай, давай ты не будешь. Крепежные детали, это транзисторы и всякая фигня, которая полезная. Тебе... Нафига ты эту дрянь тягаешь? Я сам в шоке, если честно. Нахуй это... Да, Ситер, ты мне продал бракованный детектор. Как ты себя чувствуешь после этого? Нормально? Спишь по ночам? Порядочно? Сюда. 12 тысяч. И зажигай. Тум-тум. Как же охуительно, брат. Болты, набор болтов. Можно у тебя посмотреть? Существует такой вообще? Или мне, блядь, отдельно все покупать? Кстати, вот эта хуйня, ресивер. Интересно, для чего оно надо, блядь? Я, в принципе, при бабках. Фонарь могу себе позволить, если мне надо. А это что? Упаковка болтов. Ништяк, берем. Сколько там? От 20 до 30. Класс, подходит. Куда одеваться? Там-там. Молодец. Я доволен. Я тоже. Нет, тебе уже не надо. Так, все, упаковка болтов есть, и ладненько. Давай сюда, одевай один болтик. И еще потом зайдем куда надо. Только когда надо, и только куда надо. Болты у нас теперь не бесконечные. Сколько стоит? 2000 секунд бегать хуй знает сколько. 18 тысяч. Не, брат, что-то дорого. Кокс. 6000, 1600 секунд. Одно использование, верно я понимаю? 1600 секунд. Это сколько получается? Достаточно. Молодец. Я доволен. Так. Сейчас мы это употреблять уже не будем, естественно, потому что на уровень, когда на свалку бежим, там жахнемся. Фонарь. Давай хуёво фонарь тебе. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Я единственный свой фонарь продал, но не подумайте, я себе налобный брать буду в ближайшее время. 6500. Сейчас я вряд ли, конечно, смогу. Drink or not to drink. Агэт, сюда. Что за бодягу ты мне приволок? Грейдить пушки в ближайшее время не планирую, так что... Хотя, может, кому-то понадобится из новичков. Я думал впарить прямо сейчас. Воду. Не получится, воды мне надо, пить хочу. Обычная вода, друг. Обычная. Неужели не будет? Она есть, я просто ее не вижу. Вот тут начинается хавка, питье. Наверху патроны. Давайте ценить. Так... Я мог уже ее пролистать даже. Сколько минералка, блять? Дай минерал попью. 900 рублей, ты ебанулся, блядь. Дай обычную флягу с водой. У тебя тут краника нет нигде? Это ж пиздец какой-то, блядь, с такими ценами, друг. Вот водичка. Ладно, 900 все равно стоит. Ладно, давай ее. Все, пошли работу, быстро сработаем, да, парни? Там какой-то гуманоид. Неужели это будет снорк? Но у меня есть еще зарядиться. Так, ну-ка давай. Нет, разбирать не надо. Чё? А помните, что я говорил, да, ебать? Какой, говорю, дурак, блядь, разбирает пушку нахуй себя в руках. Вот, нахуй. Потому что вообще раньше никто ничего не разбирал. Да я так, если честно, не переживай. А, водичку. Сейчас выпьем и побежим. Вот. Она зеленая. Я привык, что фляжка другая. Все, вода есть, все есть. А с фанатом хочу поговорить перед тем, как работу работать. Может быть, что-то ему нужно помочь. Что-то я устаю лихо так. Хилиться нечем. Абсолютно нечем хилиться. Ни бинта, ничего нет. Это не привет. Нужно идти покупать. Хорошо, что я вернулся. Ну, привет. Здорово, я быстро. Помощник, помощник, еще новичок. Это вроде помощника волка или наставника ночего, благодаря новичкам. Кто, если хочешь обучить... Я могу чинать такие курс молодого бойца, не погибнешь. Хорошо, знаешь, хорошее внимание.
Ебать, ни за что дал патронов, спасибо. Отлично, так значит, во-первых, надо обучить тебя тому, как постоять за себя, предстоящим усадьбе, если недалеко любовало место себе, новый заник, МБ, зона АЗ охоты. Хорошо, я что-нибудь придумаю, фанат. Здесь рядом. Видимо, это очень важное обучение. Я уже, блядь, 6 охот прошел, но... Для тебя, фанат, я готов пройти еще 6. Чел с СВД подходит, говорит, такой, бля, фанат, научи жить. Угу. Курс молодого бойца. А мне бы, Сидор, полечиться. Обычные хилки, обычные, недорогие. Которые раз-два и готово. Зовет меня в путь. Ту-ту-ту, группа крови. На рукаве мой порядковый номер. На рукаве. 5000, блядь. Что? О чем ты, блядь? Сколько один бинтик там, блядь, стоит? 1500. Ха! Ха, блядь! Смеюсь тебе в лицо. А, ты со мной пойдешь? Ебатушки. Можно тебя попросить? Ладно, ну пошли, блядь. Надеюсь, ты не кинешься на венах, как в прошлый раз, а, фанат? В прошлый раз ты, блядь, кинулся на старину. Кинулся, точнее, на амбразуру. Мне это не очень понравилось. Да быстрее, пока не стемнело, а. 4 часа мне матушка строго-настрого запрещает, блядь, выходить после 8 на улицу. Быстрый. И я устаю что-то невероятно быстро. Мне это даже не нравится. Скряга. Хлопцы, кому интересовал, посмотрите, у меня это дело найдется. Кто такой скря? История умалчивает. Я знаю. Тот чувак, что ли? Не может быть. Голубой, может, наебать? Ладно, у меня пистолет есть, а ты там, если что, подсобишь. Чпоньк. Ой, блядь, ну да. У тебя КСУ, давай, погнали. Я сагрю для тебя, давай. Блять, фанату сейчас пизда. Опа, бля, ебаш второго, давай, давай, ебаш. Ну нахуй, давай. Ебать. Ты спас мне жизнь, фанат. Привет. Завалили, что дальше? Молодец, как трофей все собрал. Если не получилось, то не привязывай, со временем научишься. Главное, нож подходящий был, а там все идет. В нормальной зоне. Бля. Вот надо было, блядь. Какие трофеи? Хуей, блядь. Ни ножа, ни хуя нету. Чтоб потом денег не дал, блядь, вот за эту хуйню. Понял, да? Сейчас еще, блядь, нырять там, облучаться. Да, блядь! Я даже не видел. Блядь, пиздец, это так хуёво сейчас. Ебать, она скачок квантовый совершила в бесконечность, блядь. У меня идет кровь, у меня нет бинтов. Шокирует меня еще больше. Прикроешь, ладно? Блядь, затянется ли ран? У меня есть таблетки, но таблетки у меня за насыщение. Ну просто что там затянется ли рана? А, собственно... Жмуриков интересует, не затягивается ли рана, а гроб по размеру или не по размеру. Пиздец. Песики. Они так тихо подходят. Это ебаный дождь. Ебаный кордонный дождь. О, побежали. Так. Хоть бы они его наебашили. Я бы калаш забрался. Песики. Чё кого? У нас тут неизвестный был, похож на военного, Коля Барт. У нас, конечно, интересно ты. Формулировку подобрал. Ну, у вас, может... Если у вас появилась тяжесть, мир начал терять в красках, а вы постарайтесь покинуть зону как можно скорее. Скорее всего, поле под прямое воздействие, перемена поля пси-излучения. Желтушная пена. Да, желтушную пену это... Это я умею.
Сейчас я чувствую, он мне еще и детектор даст отклик на шару. Угу. И весь мой закуп, как бы, блять, вот. Я уже артефакт здесь забрал, если что, блядь. Ты уверен, что там что-то еще есть, а? Здорово. Поговорить с фанатом. Что такое? Смотри, это я по англицам. Ну видишь, артефакт. Простой нормальный хлеб, блядь. Зато сдаю. О, медуза. Потом. А на нем не зациклился, потому что здесь есть еще один артефакт. Медуза. Как все прочие артефакты, медуза имеет социальные свойства. А вот и все. Так, теперь необходимо. Для хода оборудования должно быть у каждого охотника. Я слушаю. Он мне дал отклик, заебись. Смотри, как и все прочие декларации регистрируют планирующие артефактов. Все в радиусе. Этот прибор самая главная вещь, которая должна быть, если ты собираешься лезть в аномалию. Есть еще называемые мусорными. Название тебя не обманывает, они также стоят хороших денег. Просто гораздо меньше, чем ты выручишь за нормальный артефакт. Возвращаясь к декларам, попавшись в руки в радиус действия артефакт заставляет прибор сигнализировать. Развивай себя. Звукового на отображение дисплея. На более продвинутых моделях отклик сигнализирует звуковым. Чем ближе артефакт, тем сильнее сигнал. К сожалению, этот детектор морально устрел и не может отправить все известные артефакты. Да, да, не слышал, то ли ввиду их стоимости производства модернизации, или же проблем в аппаратном уровне. Но каждая модель способна распознавать только известные люди. Тем не менее, наличие отклика для начала более чем достаточно. Значит, неплохо. Переходим ко второму. Он мне еще и синг дал. Пиздец, я это все купил, блядь. Надеюсь, это контейнер, все возможно. Все это оборудование можно найти в лагере Сидоровича. Продажа. Однако ПМА он обычно хранит для продажи более продвинутым сталкером. Это действительно хорошо знать. Контейнер прям тяжелее, чем выглядит. Дальше по программе. Водочка, бля. Вот за это спасибо, нахуй. Понял, что еще. Болты должны, блядь. А да, болты, никогда не забывай прощупывать себе путь. Выдвигайся, я тебя прикрою. Хорошо. А я уже ее вижу. Так. Нет, отклик это, конечно, хорошо. Блять, вот бы медведь сейчас заработал, блять. О, он заработал. А, их можно собирать. Вау. Как они бесконечные тогда. Сюда, блять, к папе. Оп. Теперь ты сюда. Поговорить с фанатом. Фанат подождет. Блять, сил нет вообще. Два контейнера ношу на себе, потому что. Ну, водочку дал уже. Ладненько. Почему я так медленно иду? Могу тут выйти? Могу. Еле иду, блять. О, пошел лихо. Гэц. Блять, пиздец. Болта больше нет. Класс, болты можно собирать. Вот это здорово. А, фанат, все, домой пошел. Я иду за тобой. Папа, стой, папа, подожди. Контейнер-то убери, батарею садишь. Чтоб тебя, блядь. Блядь, я надеюсь, я здесь проскочу или не? Так, ну болту пизда. Хотя, а, да, хуй, что, еще ради болтов я не рисковал, блядь, да? Еле хожу. 24 кило. Остальное он мне подарит, я надеюсь. Медузка. Это я еще даже не сходил на охоту. Вот сюда. Но ходка с фанатом явно принесла мне больше. Детектор как минимум шаровый. И симк, который я продам, естественно. Потому что таскать второй симк с собой, это какое-то, блять, самоубийство. С текущими снаряжением, с текущим снаряжением я даже и думать не хочу. А что там, кстати, по счетчику? Ой, блядь, сигаретку можно мне быстро импортную? Тут душно что-то. Прям совсем плохо. Но сигарета творит чудеса. Ебать, Сриша творит сигарета. Это же просто пиздец. Ебать. Водочка на потом, получается. С такими сигаретами. Сегодня ожидается псишторм. Ну, опытный сиоптник, заслуженный синоптик Советского Союза, Борька Бяло, говорит, что ожидается. Здорово. Не, смотри, я нашел артефакт. А я молодец, вышел с ученым чилы. И с тебя, теперь обратно в деревню, там нас ждет следующий этап обучения. Окей, это было что-то. Устал. О, спальный мешок. Бля, дайте бой здоровье. Какой там следующий урок? Какой уже все стал, расскажи, я нахилил тебе тайник. Хорошо, поищем.
Самый прибыльный чувак на всей вселенной. Где тайник? Так ты дал мне задание, да? В пределах деревни найти тайник, возможно, повыше. А, ну. И где же, блядь, твой тайник, даже не представляю. Кстати. Бля, я и правда не представляю. Наверное, на каком-то из чердаков он лежит. Я никогда тут не шарился. Заантресолил-то они где-то в пределах деревни. Необходимо. Сейчас я освобожу свои карманы, и мы посмотрим. Все уже с фонарями, а у меня фонаря нет. Ну, сейчас будет, кстати. Сейчас у меня будет и фонарь, и все остальное. Тут у нас по нулям. Класс. Прикольно, кстати, что теперь не написано, а, ну, сверху просто появляется информация. А у тебя прямо на дутек прямо написано, сколько у тебя, что там. О, хавка. А это что я взял? Такое красивое. Эжектор. Выбрасыватель от Бокфлинта. Явно что-то очень важное. Здорово, торговля есть. Так, на. Так, 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 на. Симк лишний есть, будешь? А, я тебе уже дал. 800 рублей за сим. Ебать ты грабитель! Открыть сюда. Да, блядь, не пизди, пожалуйста, блядь. Забери ебаную медузу. 3000. Продано. Детектор, отклик, пожалуйста. Бля, я явно продаю это не тому человеку. Я это чувствую даже. Ну, что поделать. О, картечь возьми пока. На, это все по килограмму весит, дарю. Кислоту никогда не кушал эту. Ой, да и не нравишься ты мне, паскуда. Спальный мешок имеется. Фонарь на голову дашь? Фонарь на голову. Молодец. Есть. Проверка хорошо работает. Так, теперь заантресорил ты где-то мне здесь тайник. Надо по всем чердакам прошариться. И вопрос лишь в том, где это можно сделать. Вот здесь, по-моему, сделать это нельзя, да? Верно. Зато здесь можно подкрывать шкафы. Скоро кушать надо будет. Я бы такой шлёг спать, а потом на утро поел бы.